И может дяди из Госдумы разрешат нам тренировку, чтобы в бункер закатался каждый из бэк-панк-клуба. Нам необходимы низкие машины, мы режем лишнее с пружины. Из миллионов базов по стране ты услышишь на ВДСК: без посадки авто нет, а без посадки авто нет набирает оборот. Скоро в твоем городе будет общий сход. Без посадки авто нет, Новороссийск вещает. Здесь авто нормально занижает. Всем привет, мои пупсики и пупсяшки. Сегодня мы продолжаем играть на сервере. Блин, что он делает сзади? Сразу же около меня образовалась сходка. Ну, это всегда. В общем, сервер называется «Строго на Бупане», и сразу же хочу вам заспойлерить, блин. Да что ты врезаешься сзади меня, не щеми меня. Короче, к 7 часам у нас сходка будет на серваке, поэтому обязательно всех жду, говорите всем своим друзьям. Давайте, чем больше будет игроков у меня на сходке, тем, блин, возможно, я запишу это видео, и он онлайн будет. Короче, мощно. Братан, поехали. Да, поехали, брат. Как офигеть, какие-то семерки популярны очень. Только зашел, сразу же сходка, короче. Какие-то два чувака там только, блядь, походу грузится и все. Ауди что-то не в тему вообще. Николя, ведите меня к автошколе. А, тогда не туда. Давай ускоряйся, надо оторваться от них. Побыстрее. Она не едет. Ну, 115, 120 с горки. 130, 140 с горки, блядь. Кстати, можете добавить Николая, ссылочка в описании, добавить меня, подписаться на второй канал. На втором канале уже видео вышло, поэтому все как надо, чуваки. Николай, как вам у вас 14-й на пневме? Прям вах как, блядь. Прям вах как, блядь. Ну, охеренно видимо. Без комментариев. В общем, сзади они едут, походу мы это. Блин, быстрей! Блин, хороший. Едет она. Хороший сервер. Вот если вы не скачали, давайте быстрее скачивайте. Будем играть вместе. Я буду сегодня вечером тут. Я думаю, к 7 часам уже, даже за полчаса до 7, пол седьмого зайду. Поэтому обязательно заходите, чуваки. Кстати, напишите в комментариях, как зайдете на сервер. Вы, блин, тормоза не работают. Прям как на той, что я на обзоре делал на себе. Да, это машина. Только без приговора. Напрямики. Да, как всегда. В общем, напишите, короче. Я сам не знаю. Я хочу выехать отсюда. Не ты один, блин. Чё за херь? Чё за херь, блин? Так. Да, и через ограждение не перепрыгнешь. Блин. Так. Вот кто его сделал, блин? Понятно, давай телепорт. Где карта? Во, карта, всё, ТП ко мне. Карта, вы где? Блин, я скачусь. Валера, огонь. А чё, она не завелась, что ли, или чё, я понять не могу. А, завелась. Или бенз кончился, чё за фигня? Тут бенза нету. Да? Да. Мне кажется, у меня появился. О, поехала! Всё, стал катить. Да что ты? Да блин! А ну напишем. Мини-сходка! Где автошкола. Я там, где сходка там я? Где я там? И я. Там сходка. Заправочка. Постоим сейчас красивенько, красивенько. Так. Не, ну, слушай, Николя, вы грамотно смотритесь на этом фоне. Да. Да. Ничего личного. Ну, пацаны уже приехали, так что все ништяк вообще. Да, да. Ну вообще хороший сервер, тут можно, кстати,
значимые места и на дачу, короче, тпшнуться, и там, короче, шашлычки под коньячки или под колу с коньяком. Под колу, да, под колу. Николя, вы любите колу с коньяком? Да. Блин. Что это Ауди здесь делает? Бля. Ау, Ауди, не по теме. Шабу, шабу, шабат. Вот. Так, четверо чуваков у нас онлайн пока что маленький. Но я думаю, вечерком все зайдут, и мы просто сделаем так, чтобы сервер завис нахер. Поэтому, опять же говорю, зовите всех своих друзей. И будем, короче, сегодня сходочку. Ух ты, ёлки-моталки. Что ты так резко заезжаешь? Ну и тормозов нет. Я понимаю тебя, у меня то же самое. Она еще ничто не маневренная. Сейчас перевернусь. Я думаю, так и... Николай, давайте поедем куда-нибудь на пляжик. Поехали на пляже. Поехали на... Дай. Дай, ёб. Поехали на пляжик, пожалуйста. Сейчас мы к синочкам. Все ближется к ночи. Зацените мои очи. 14:35, все ближе. Да, блин, что с ней не так? О, у чувака скин прикольный. Какой? С этим. Восстановить, починить. С этой, с Панамой. Как ты хотел? Как я хотел, блин, я хочу Панаму купить. В обзоре как что-нибудь сниму. Вот скоро будет копейка с двигателем от Приора. Я хочу Панаму купить черную с какой-нибудь такой на 3 размера больше футболкой. Короче, буду гангстер. У вас айфон, Николай? Нет, это Samsung с рингтоном от айфона. Чтобы девушки 100% на вас клюли. Да, понимаю. У меня в гору она не едет. Блин. Вообще не прёт. Ёп. Вообще не прёт. Ну не прёт. Не прёт. Вообще не прёт. Каха не прёт, она не прёт. Как не прёт? Эй, Каха, как ты меня нашёл? По следам резины на тротуаре. Это моя семёрка без тормозов. Вот. Хорошо залетел. Надо быстрее ехать. 220, ёпта. Ты уже едешь 220? Да. Как ты едешь 220, если у меня 152? Двигатель Макс под шаманом. Под форсированный он у тебя? Ну, 5,5, AMG не компрессор. Я хочу на пляжик, я думаю, мы там закончим данную серию. Сикер, блядь. Да сука, она не едет нихера, блядь, ведро с болтами, блядь. Николай, будьте немножко поздержаннее. Хорошо. Хорошо. Сплошная, ничего, что две сплошных? Нам можно. Да. Кстати, ребятушки, давайте подписывайтесь быстрее. Хочу уже 20 тысяч подписчиков до конца августа. Я думаю, да ёп, блин, такой кадр можешь ты, братик. Я тебя не зря, что я тебя позвал на запись. С тобой всегда происходит очень... Сука. Ты прикинь, о, девушка. Ирина, короче, никогда избил девушку. Да. Девушка, можно с вами познакомиться? Девушка, можешь с вами... Ой, блин, не заметил тротуар. Девушка, смотри, девушка, можешь с вами познакомиться? Нормально. Бричка. Кто последний взял Приору, тот и лох. Приора тут при чём? Я не знаю. Ты забудь. Отдай мне её. Тихо, я буду этот, как его? Санитар. Тихо. Ага. Вы что там бегаете? Вы кроссфитом занимаетесь? Дай,
Чё ты мне своим очком сюда... Дурачка, молдавашка. Кто последний взял семерку, тот... Блядь. Это надо запилить. Да. Так, а ну давайте посмотрим, что тут еще здесь из бричек. Девятина. О, она пободрее выглядит. Мегатаж, ёпчик. Я готов. Блин, не люблю двенашки. Николай, возьмите десятку. Да, десятка. Николай, скажите честно ваше мнение, чего бы вы хотели добавить на данный сервер? Или, ну, вам, и... или вам, может быть, что-то не нравится? Вы скажите свое мнение, Николай. Какой-то X-Ray какой-то тут кривой, блядь. Да? И вот я думаю, что да, X-Ray надо бы было бы заменить. А еще что, Николай? Еще бы иномарочек сюда добавить. Иномарочек, ну вот иномарочек. Не музла охеренного, а так все охеренно. Паттимейкер? Шейкер, шейкер, блядь. Или Коля Хейл. Я вас понял, Николай. Не, ну вот эта девятина прям прикольно. Слушай, блин, я насмеялся. Горло засорилось. Какой-то чувак ко мне тпшнулся. Блин, а чё тут ограждения нету? Это, ну там никогда нету. Только не наедь на меня. Я уже вижу, что ты хочешь это сделать. Только не... Нет, успокойся. Не больше 60, на ней не еду, мы. Не надо это делать, какая... Ой, какая красивая. Я подпрыгнул, о, блин. О, она ничего, так слушай. Только этот а-ля дубач-то какой-то некрасивый. Да, китайский какой-то он. Китайский. Блин, панаму отдай мне. Смотри, вот чувак модно одет, кстати. Да. Блин, вот мне как раз панамы не хватает. Блин. Я вот думаю, может сходить на рынок завтра. На рынок? Интересно, сколько она будет стоить? Задонатьте мне на панаму. Да ладно, вы не задонатите, сам куплю. Лучше закажите обзор сервера, у меня будет. Один обзор сервера, одна панама. Я буду... Сколько тогда у тебя панам будет, мой? Я не знаю. Очки есть, панама, а панамы нет. Панама, 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 панама. Оди, ди, лай, лай. Бармен, наливай. Наливай. Ладно, я нормальный. Сука. Кстати, на, Николай, оставить ссылочку на ваш скайп? Ну, оставьте. Вы хотите себе новых клиентов? Ну, можно. Я оставлю и ссылочку и на скайп, и на ВКонтакт, и на второй канал. Инстаграма пока нет нихера, но надо им заняться. Ну вот, короче, и сервер можете заказать по акции, специальная акция. Скидочки делаю. Потом, когда 20 тысяч подписчиков будет, цены поднимутся, поэтому выгодное вложение. Николя, вы где? Я еду за тобой, не успеваю. Блин. Где ты? Я сзади. Я соскучился. Искры пукаю, пускаю. Пукать? Пукаю. Я сейчас бы сказал, бы сейчас зевану, но не могу. Я минералочку не пью. Уже как 2 дня. Николя, я думаю, нам нужно заканчивать серию. Сервер. Я думаю, нам надо заканчивать данную серию, потому что у нас будет чумовое продолжение вечерком. Вот сегодня, как вы это видео выскочит у меня на канале. Поэтому добавляйтесь в скайп, будем играть прям онлайн, будем болтать, играть и кайфовать. Сейчас у нас онлайн 6 человек. Но я думаю, вечером мы доходили до 17, поэтому давайте всех зовите друзей, не друзей. И, короче, вы красавчики все. И сейчас надо как-нибудь завернуть вот сюда. Как форсажи. Нифига, ну у тебя звездолет. Ну. Все, короче, пацаны, увидимся вечером. Давайте сервер с IP в описании и в комментариях. И давайте заходите, пока что качайте. И к 7 часам увидимся. Так что всем до вечера, всем пока. Всем пока-пока. Давайте, мои любимые.